Состояние жилого фонда в старой части развилки ухудшается с каждым годом. И если бы речь шла только о трещинах, рушатся входные группы, которые пока остаются на месте лишь благодаря железным подпоркам. Проживать в таких домах, мягко говоря, небезопасно. Но, кажется, ситуация скоро изменится. В этом году Министерством строительного комплекса Московской области было выдано разрешение на строительство стартового дома, куда в рамках программы развития застроенной территории поселка Развилка начнут переселять людей. Сроки сдачи первой многоэтажки – начало 2019 года. Я понимаю, что это не устраивает многих жителей, которые уже не раз слышали об откладывании сроков переселения, но все начинается не только с разговора, но и с выдачи разрешения на строительство. Если его никогда не было выдано и реальных движений по строительству не происходило, то, конечно, говорить о реальных сроках переселения нельзя. Сейчас есть все-таки уже нормативные сроки, нормативный срок строительства соответствующего дома, и можно ожидать будет переселение в установленные сроки. В такую радужную перспективу людям уже верится с трудом. Нина Абрамова, жительница дома номер 5, 15 лет слышит о том, что их вот-вот расселят. Но теперь, когда есть конкретные сроки сдачи дома, куда предполагается переселение, появилась и надежда. Мы надеемся, что это будет быстрее, что не будет проволочек, и все будет хорошо. Очень хочется, чтобы мы и наши дети, и внуки жили в хороших условиях. Но даже в таком ветхом фонде люди хотят, чтобы их подъезды выглядели прилично. Поэтому дома в старой части поселка Развилка тоже попали в программу «Мой подъезд», которая сейчас активно реализовывается на территории всего Ленинского района. В некоторых домах здесь ремонт уже произведен, в других работы пока еще ведутся. Мы рады, что сделали ремонт, все хорошо. Приезд главы в старый поселок вызвал большой ажиотаж у людей. Так один местный житель пригласил Олега Хромова в свою квартиру, которую получил по социальному найму. Несколько лет назад администрация сельского поселения Развилковское здесь был сделан ремонт. Оказалось, некачественно. В 2013 году они сделали ремонт с нарушениями, очень плохо сделали. Я писал заявление им, комната холодная, двое детей. Вопрос глава взял на контроль и пообещал помочь в решении сложившейся ситуации. Жителям старого поселка Развилка не занимать терпения. Люди надеются, на этот раз власть их не подведет. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.